Ребятки, всем доброе утро. Начинаю новый влог. Сегодня Арсений будет второй день пробовать кабачок. Мы уже вчера ему вводили. Но вот сегодня будет чуть-чуть больше есть. Я в Телеграм выставляла, как он морщился первый раз, его попробовав. Но это такой первый вкус. До этого у него две каши было. На-ка. А тут прям есть вкус. Видите? Смотрите. Он морщится вот так вот, но потом все равно просит еще. Да? Сейчас ему дам немножко кабачка, а потом, ну, кашу продолжит есть, которую мы уже видели. Ты ам-ам-ам-ам, кушай. Сей, кушай, вкусный кабачок. Мы пришли на поле поиграть в мячик. Мы из дома еще выйти не успели, у нас Арсений уже отрубился. И же из лифта выходили, все, он на первом этаже, он уже спит. Все, побежал. Давай, пинай! То мы сколько уже ходили, каждый день забывали мяч взять. Вот сегодня вспомнили, взяли. Папа, молодец! Мы уже гуляем час. Пришли на горки. Сема тут залазит. И у нас что-то сегодня так тепло. А я оделась по привычке шарф, кофту, шапку. Ну, шапку, ладно, нормально от ветра защищать. И солнышко прям такое яркое, что аж больно смотреть. Мы еще увидели журавлей, наверное. Но они кричали, как журавлей. Я, правда, в птицах не разбираюсь. Но они полетели там косяком. Мы их разглядели. Но было очень больно смотреть. Вот сейчас пошли на горки. Покатаемся здесь. И потом пойдем за посылочками. А, на Валберес надо. Ты туда пошел? Вчера как шлепнулся тут, ну и правда не сверху, а вот тут провалился в отверстие вот это вот вчера. Помнишь, как ты провалился? Не, ну как? Ну он уже вообще бесстрашный, везде ползает. Сам даже уже вот по этому мостику тоже сам проходит. А? Ну вставай ножками на деревянный, вот. Короче, ребенок у меня вообще бесстрашный. Ползешь? Сам справишься? Зачем? Давай. Это мост. Мост. Залез? Молодец. Сема попросил еще раз поставить камеру, пока он идет. Поэтому, пожалуйста, смотрите. Давай. Оп. Молодец. Вот так вот Семёныч заставляет меня кататься с ним. Жили Семёныча. Божечки, кто-то меня бил. А Арсений у нас, представляете, спал 2,5 часа, даже чуть больше, 2:40. И вот сейчас я пока Сёму укладывала, он сидел в шезлонге, играл, сейчас пойдет на пол, да. А я сейчас вам распаковочку покажу, что на Валберес пришло, да? Да я покажу распаковку. Ко мне пришли нашумевшие очки Амов. Сейчас с вами сделаем распаковку. У меня целых 3 коробочки. Упакованы, как видите, очки очень хорошо. Здесь коробочка. Открываем. Внутри у нас сами очки, естественно. Брендированная визиточка. Открываем мешочек. Что очень круто, что он в комплекте. Сразу можно будет там их и хранить. Выбрала я вот такую вот модель. Здесь они леопардовый принт имеют. Сейчас сразу померю. О, очень хорошо защищают. Я вот сижу напротив окна и прям хорошо блокируют свет. Они, кстати, защищают от ультрафиолетового света, что очень хорошо. Не у каждых очков это есть. И также в комплекте есть
салфеточка для того, чтобы ухаживать за очками. Пока я распаковываю вторые очки, хочу рассказать, что у Амов огромный выбор всяких разных моделей и для мужчин, и для женщин. В общем, возможно подобрать на любую форму лица для любого случая. Распаковала вторые очки. Очень радует меня качество. Сразу видно, что надолго, надежно и очень приятная цена у них. И покажу вам третью модель, которую я заказала. Я выбрала такие узкие, для меня они необычные, потому что мне кажется, что мне подходят такие больше объемные какие-то. Но взяла такие, чтобы попробовать. Я сейчас все примерю, а вы скажите, какие очки на мне будут смотреться лучше. Пишите об этом в комментариях. Ссылку, где заказать очки Амов, я оставлю в описании. Так что обязательно заглядывайте и радуйте себя приятными покупочками. Ой, ребятки, у меня проснулись дети. Сенька поспал 40 минут. Но ничего, после почти трехчасового сна это было нормально. Еще он проснулся, смотрит мультики. Да, мультики смотришь? Про кого? Фиксики. Я занималась тем, что снимала, монтировала. Ай-яй-яй, не тяни, да, я сама. Надо не тянуть, надо нажать сначала. Мне нравится ему мой крабик. Да? Вот, и я монтировала, кстати, я вам-то еще не рассказывала на ютубе, у меня есть второй канал, куда я загружаю шотсы, я их специально снимаю, это очень много времени тратит, и силы, и энергии, все, ну что делаешь, поэтому, кто хочет меня поддержать, подписывайтесь, ссылку оставлю, наверное, в комментариях, вот, но если что, он называется Диана Алексеевна Шотс, так же, как здесь, только еще там приписка шортс по-английски. В общем, я решила попробовать. Там уже 4 видео. Сегодня 5-е, сейчас демонтирую. Мне еще полчасика, наверное, нужно. Кто думает, что шортсы монтировать проще и проще их снимать, то это вообще не так. Проще большое видео записывать, чем обрезать, подрезать, подгонять, субтитры, всякая ерунда. Но ничего, я не отчаиваюсь, потому что хочу развивать канал, вот. Но для шортсов лучше отдельный, так как там и тематика другая, и люди в основном подписываются для того, чтобы смотреть именно в коротких видео, а не в длинных. Поэтому теперь у меня 2 канала, вообще 3, еще есть рукодельный, но рукодельный пока тоже в стопе небольшом, пока занимаемся этими. И вообще, знаете что? Мне сегодня должно было кое-что прийти, что я заказала, что я очень хотела, уже опять в Телеграме же делилась. Очень жду, а мне поменяли время доставки, ну, точнее не время, а дату. Сёмка, нет, не вставай, я тебе не папа, я не выдержу. Вот так вот. Представляете, чего пришел, выключил мне, значит, остановил запись, нажал вот на эту кнопочку. Да? Мама, я куку еще какая. Красная? Ну, ты хочешь сфотографировать? Угу. Давай. Все, я смонтировала шот. Он почти сохранился. Осталось прогнать его через программу. Добавить. Выйти, как они называются? Да не могу кикить. А кто может? Как называется все равно? А, текст на видео. Это в другой программе и загрузить. Блин, что-то хотела сказать, ребятки. Что-то хотела с вами поделиться. И представляете? Мама! Забыла. Мама! У нас, кстати, сегодня опять тепло. На улице вроде обещают... О, да, 14 градусов. Так что мы пойдем гулять через часик. А, 13. Мама! 13. Мама! А. Мы полегче можно тут одеться. Я не могу. Утром прям тоже тепло было. Мама, беги. А как ты тот открыл? Рукой. Вот этот как открыл. Ребятки, у меня тут просто полный хаос происходит. Потому что дети проснулись, Арсений поспал мало. Но он уснул после того, как я уже уложила Сёму, еще 2 часа мы с ним бодрствовали. Сёма выспался, короче, сейчас мы достали из кладовки 2 пакета с игрушками, я пытаюсь как-то Сёму отвлечь и пытаюсь разобрать наш срач. Завтра мы едем
к моей бабушке, получается. Мама. К прабабушке, прадедушке Арсения и Семена. Что? Где маки-мунги? Зайчик, надо смотреть у тебя в контейнерах. Вывали все из контейнеров и поищи. Они по разным контейнерам, вы с папой все перепутали. У меня все было по фэншую, блин, все в каждом контейнере, каждая игрушка, которая должна была быть там. Ну что-то пошло не так. Мама. Вы все перепутали. Иди бери, доставай контейнеры и прям высыпай все в середину. Все равно будем еще сегодня прибираться. Мама. А. В общем, очень весело у нас. Еще ко мне сегодня приедет то, чего я ждала, то, что должно было вчера приехать. Мне позвонили, сказали, что доставка сегодня будет с 3 до 7. Поэтому я жду с нетерпением. Надеюсь, что все там будет хорошо. И все будет рабочее. Я вам, конечно же, покажу. А сейчас я пытаюсь собрать хотя бы минимум вещей, чтобы завтра много не собирать. Те, которые нужно будет с собой взять в деревню. Едем мы на 2 дня, на 1 ночь. Но, так как Арсений еще маленький, много всего нужно брать. Все мы это, в принципе, там одну одежду сменную взял, все одну, один комплект. А с Арсением тут одним комплектом не обойтись. Еще плюс подгузники, еще коврик, еще шезлонг. Короче, очень весело. А, молодец. Возьмешь. Завтра только, сегодня еще не едем. Надо будет еще сегодня в магазин зайти, мы будем шашлычки жарить. Мы так раскидали с внуками, с бабушкой моей, что Владик там одно мясо возьмут, мы другое мясо возьмем, еще одна наша двоюродная сестра третья возьмет, и мы посидим, пожарим шашлычки. Надеюсь, погодка удастся, у нас все получится. Потому что давно не виделись, хочется пообщаться. Короче, я пошла заниматься делами. Еще мне сегодня нужно смонтировать влог. Но для этого мне нужно дождаться. Да? Кое-чего. Моя бусинка, ну ты какой хороший. Куда пополз? Ты куда пополз? Что там делаешь? Ты почему мало поспал? Второй сон почему короткий у тебя был? Потому что первый длинный был, да? Ой, ой, ты мой гимнаст. Мы сегодня утром гуляли 1:40, и все это время он спал. Только зашли домой, проснулся. Еще даже не успели зайти. Все, уже проснулся, да? Где дядя Арсений? Дядя когда приедет? Когда мамину интересную штучку привезет? Ну? Когда штучку привезет? Мама! А. Че? Где дядя? Ну, сказал, что приедет сегодня с 3 до 7. Привезет кое-что маме. Нет, с ней. Ну, нет, мне. Это нет. Подарочек для мамы. Нет, мне баки. У тебя уже были подарки. Мы уже начали собираться на улицу, почти собрались. Ну, правда, Сёма у нас до сих пор раздетый, но мы с ней не собрались. И тут позвонил курьер и говорит, минут через 20-30 нужно будет принять доставку. Я просто думала, мы выйдем, и когда он позвонит, мы пойдем домой. Раз он уже позвонил, тогда мы останемся дома пока еще. Посидим чуть-чуть. Надеюсь, он реально приедет за 20-30 минут. Да, а не через 1.5 часа. Потому что нам в магазин. Арсюху уже покормила. Он вообще-то уже спать хочет, но если не уснет, что? То на улице ляжет, а если уснет, то ладно. В магнит. В коляску просто положу и покатаю. Но вообще пока терпит. Сейчас я как раз таки смонтировала шотс, и нужно его опубликовать. Ой, куда ты там? Мне еще с телефона надо некоторые доработки сделать. Мама. Так где такая булочка? Ой, какая булочка. Мы в ожидании. Арсений что, уснул? Укачала его, и Сёма оделся. Сидит, ждет и очень сильно просится, потому что, блин, ему не терпится, ему уже хочется выйти на прогулку, но мужичок еще не приехал, у него еще есть 10 минут, и я надеюсь, что он справится с этой задачей и приедет. Мама, мы пойдем. Сейчас пойдем, зайчик, надо забрать посылку, то если нас ты не будет дома, как дядя ее, кому отдаст? Соседям, что ли? Да.
Ну, конечно. Это же наша посылка, а не соседи. Мы так долго гуляли. Наконец-таки пришли. И сейчас будем распаковывать. Я довольная. Надеюсь, что все работает. Да. Я заказала себе швейную машинку. Какая она тяжелая. Это моя мечта. Не знаю, сколько мама, я... И моя. И твоя. Сколько я о ней думала. Все думала, брать, не брать. И тут... появилась такая возможность, и все-таки Сережа сказал, окей, бери, раз долго думаешь, значит надо. Все, мы уже тоже не терпится открыть ему. О, господи, как я переживаю. Давай, будем надеяться, что она работает. Давай сначала вот здесь, все, вот здесь. Все, мы тоже очень долго ждем, чтобы просто ее помочь мне открыть ножничками. Вот, видишь, где скотч? Оп, умничка. Тут всего написано, написано. Теперь вот здесь. Не знаю, правда, когда я буду этим заниматься всем, но мне очень хотелось. У меня прям руки чесались. И сейчас я уже на Валберсе заказала некоторые штучки для этого всего. У меня, конечно, были мысли, что Сёма пойдет в садик, и, может быть, я найду время этим позаниматься. Но не знаю, посмотрим. Потому что с Сеней все-таки проще, потому что он... пока не лезет ко мне. О, у нас Арсюха, смотрите, как сидит. Нет, не сел. На одной ножке сидел. Так, отодвигайся в ту сторону. Все, ножнички убирай. Как-то там надо ее с тобой достать. Не знаю. И с небом. Помогай мне тянуть. Там Семен постоянно меня перекрывает. Я написала девочке, которая меня смотрит, с которой я переписываюсь, которую я смотрю. И она посмотрела и сказала, что Семочка, пожалуйста, ничего не крути, что по характеристикам, в принципе, вроде неплохая. Можно брать плюс эту фирму. У меня у мамы Джамане тоже машинка швейная, и она у нее старше, чем я. То есть машинки, по-моему, 24 или 25 даже может быть лет. И она до сих пор работает. Мама, это я. Нет, это мама будет нажимать. И как бы вообще никаких... Нет, я. Блин, я надеюсь, что... Мама. А. Я. Так, осторожней. Здесь ничего для тебя нет. Это тут набор. Мама, я. Это, видимо, лапка. Мама. Да. Я. Здесь набор лапок. Что ты хочешь? Это техника. Учиться шить? Зайчик, ты еще маленький, чтобы учиться шить. Не могу его будет. Буду смотреть, читать инструкцию. Я никогда не шила. Ну, точнее, мама мне когда-то показывала, учила меня, но я этим не занималась. Семочка, не крути, пожалуйста, просто так. Я тебя прошу. У нас сейчас что-нибудь сломается. Мы еще ничего не разобрали. Мама. В общем, будем смотреть. И пробовать, надеюсь, у меня когда-нибудь дойдут до этого мама, руки. Мама, дочь, дед, мама, дочь еще. Я отдала детей мужу. Сейчас посмотрела здесь инструкции, но а мне пока вообще нет времени все это делать, но я так хочу. Прям ручки чешутся. Мне еще нужно влог смонтировать, нужно подготовиться на завтра, нужно мясо замариновать. Короче, видимо, не сегодня, может быть, завтра еще успею. Потом уезжаем в деревню, поэтому не факт. А сейчас я пойду в душ, пока Сережа с ними играет, и потом нужно будет укладывать детишек. Да, еще полчасика, и все, будет пора спать. Сережа укладывает Сеню. Я сейчас пойду укладывать Сему, поэтому я с вами решила попрощаться. Увидимся в следующем видео, в следующем влог. Не знаю, когда будет, но надеюсь, что вовремя. Постараюсь в этот раз в деревне что-нибудь поснимать. Поэтому, думаю, вам будет интересно. Увидимся в следующем видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Всем не пока. Всем гигики. Всем не пока. Всем грузовики.